В Ульяновске завершился кубок Владислава Третьяка по хоккею с шайбой. Главный трофей всероссийских юношеских соревнований достался команде из Липецка с одноименным названием. Кировская «Вятка» – вторые. Медали с бронзовым отливом за ульяновскими хоккеистами клуба «Лидер». Ну, я думаю, нам в первую очередь надо работать над дисциплиной. Немножко она подвела нас на этом турнире. Провалили один матч, который должны были вытаскивать, забирать. Вот. И за счет этого заняли третье только место. Могли бы более высокие места занять. Напомню, турнир проходил по круговой системе. Каждый играл с каждым. Три дня подряд за победу боролись 6 команд юношей 2008 года рождения из Ульяновска, Липецка, Новосибирска, Кирова, Зеленограда и Апастова. Наши парни участвовали в столь крупном турнире впервые.